Приветствую всех зрителей. С Андреем часть моих зрителей знакома. То есть мы в прошлый раз снимали тоже. Мы вам как-то обещали, да, перед отъездом. Перед отъездом, на самом деле, да, впечатлениями поделиться. Андрей 2 месяца уже у нас в Тбилиси, в центре города, снимал квартиру. Вот сегодня вечером он уже улетает на родину, в Белоруссию, в Минск. Конечно, было трудно как-то прощаться с ним, ему тоже как-то, да, мы сегодня общались. Собраться с мыслями. Да, собраться с мыслями. Что можно уезжать. Попрощаться с Грузией. Он был здесь с супругой Марией. Андрей, мы сегодня беседовали очень много, вот я прошу поделиться мыслями. Вот ты говорил, я гулял по городу очень много пешочком. Ну, мы побывали побывали в многих местах, но по курортным местам тоже, где как показывают. И хотели посмотреть именно саму Тбилиси, где вот центр Грузии, как люди живут. Садились в метро, на разные станции выезжали и именно там гуляли. А конечная, особенно самое вот интересное, которое не дело центра, а где по окраинам. И как по-разному, насколько вот город отличается. Но, везде спокойно. Гуляли вечером, там ночью уже, самые крайние регионы. Ну, интересно, все равно. И по поводу, повторюсь, как я вначале говорил, что и хотел что сказать по поводу, я не знаю, по поводу безопасности, это на Кавказ. Все спокойно, все интересно. Хочу что добавить по поводу полиции. Грузии настолько цивилизованно, насколько шагнуло вперед, как мне рассказывали, как это было здесь раньше, насколько все адекватно, как люди себя ведут, это... Везде маячки, где никто нигде не прячется. Это твоя помощь, ты к полицейскому подходишь, значит, это к тебе все гуд с улыбкой, к тебе тоже с улыбкой. Ну, здорово, не знаю, это нужно побывать, чтобы это ощутить. Да, еще вот особенность твоего прибытия в Грузии было то, что ты здесь не был как турист, более, да, прожил 2 месяца, это уже не туризм, туристы это, ну, то есть ходят по местам, где, ну, гуляют туристы, да, там где, смотрят где, какие-то как достопримечательности. Здесь у нас, как в Тбилиси старый город. Да, ну, именно вот ты видел, как со стороны вот человека, который жил в Грузии, да, вот 2 месяца это немалый срок, все-таки побывал и на рынке, и магазины, и, ну, да, магазины, где местные прилавки, где здесь, кстати, очень интересно такой фактор, что здесь на каждой где-то улице, в каждом районе здесь пекут хлеб. Везде куча лавок, именно небольших магазинов, где именно, как у нас называется, домашние овощи. Свежие, вкусные, сочные. Ну, это как-то по-другому. И притом цены не такие-то. Да, цены адекватные, но здесь тоже по рынку, если сравнить, когда мы на окраину отъезжали, ну все равно там на рынке еще можно гораздо все это дешевле закупить. Здесь не то чтобы дорого, нет, но все равно. Я так считаю, что вот у тебя действительно были вот эти удачные месяцы, когда, ну, по приезду в Грузию, потому что совпало с днем города. Тбилиси, Тбилисоба, еще выборы были у нас, вот вчера буквально были выборы президента, последние выборы прямым голосованием, это как исторический был момент, вот, я думаю, постоянно, да, наверное, видел вот эти предвыборные кампании, всякие рекламы. Ну, это интересно. Интересно, да, тоже, но... Есть, да. Да, все самое, что еще более интересно, это то, что все-таки есть конкуренция вот среди кандидатов. Это вообще необычно. Да. Вот буквально рядом с квартирой, где, допустим, оставался ты, проходил такой
это мероприятие провел один из кандидатов, которого задержали потом за это, раздавал там марихуану, да, хотел легализовать на... марихуану, да, и там, ну вот. Ну, он, кстати, да, возможно, с на его ролике, возможно, он срок получит, еще там неизвестно. Ну, это все ладно, это политика. По большому счету, если по поводу Тбилиси сказать, если там для туристов очень интересно, ну, в принципе, чтобы страну понять, очень интересно, в Тбилиси гуляешь, и везде виноградные грозди. Абсолютно везде виноград. Не можешь за угол зайдешь, там гранат. Это очень здорово, очень зеленый город. Куда ни посмотришь, в любую сторону, это горы. Ну, это нужно ощутить, это нужно побывать, и классно. Горы, чистая вода, прямо из-под крана у нас питьевая вода идет. Вот, как мой один друг... Фривота еще, да, говорил, по городу. Который путешествовал очень много. Кстати, я от тебя тоже знаю, что ты очень много путешествуешь, да? Ну, когда получается, не то чтобы очень, но бывает. Странно, говорит, как женщины. Либо они тебя принимают, либо... Вот как только попадаешь в эту страну, сразу же ощущаешь, вот она тебя приняла или нет. Где-то хочется вернуться, либо, может быть, вернулся, а где-то вот действительно ты реально вернешься сюда. Вот Грузия – та страна, куда реально вернешься. Андрей, я еще хотел спросить, вот задать такой вопрос. Вот человек, ты, я как знаю, вот мы немало общались, встречались там, смотрели город вместе. Вот, как человек, который вообще много путешествовал, видел разные страны, вот, я хотел бы спросить о Грузии. Вот, какие особенности страны Грузии, да, допустим, которые ты заметил, которые были под впечатлением, остались у тебя, и какие трудности были, допустим, по прибытии в Грузию, вот, когда ты жил этот период? Вот. Ну, путешествовал не очень много, но где-то в каких-то странах бывал. По поводу что трудностей в Грузии, ну, в принципе, как таковых не было. Потому что у меня как бы так трудности, какие-то конфликты, что-то там, какие-то сложности, что-то ты не можешь найти. Бывал ведь не только в Тбилиси. То есть трудности были, это такие трудности, которые легко решимы, да? Не было трудностей. Да. В принципе, за 2 месяца они просто не то, что легко решимы, их не было трудностей. Mm-hmm. Везде люди, какой-то есть вопрос. Мы в Батуми были неделю, в маршрутке. Мы раз, что-то смотрим, что-то ищем, где там остановиться, как ночью возвращаемся mm-hmm. из Батуми, мы там на окраине жили. К нам 2-3 человека сразу вопросы, что вам помочь, как оно действительно было, что раз, mm-hmm. все, ну вопрос решается. Сразу ты даже никого ничего не просишь. То же самое было вот под Тбилиси, сейчас вот на днях гуляли на окраине, ну как на окраине, там под старым городом, там немножко другое, хотели посмотреть вид с другой стороны горы. Mm-hmm. Зашли, просто гуляем, смотрим на горы. Стоит машина, все, оттуда мужчина, ой, не мужчина, а девушка, так раз, ну, так, стекло тонированное, дверь открывает, вы можете чем-то помочь? Mm-hmm. То есть люди сами просто взгляды ищут, и, ну, как было, ну, видят, что туристы, в принципе, вот, помогают себе, пытаются помочь. Я говорю, нет, спасибо, у нас, ну, все нормально, мы просто гуляем. Трудностей не было. По поводу, что какого позитива, опять же, повторюсь, Грузия очень в этом плане красивая, что как для нас, для равнинной, где мы живем, где равнинное место, горы, плюс где, кто, как мы отдыхаем, как там, ой, где отдыхали, там Египет, Турция, где все, ну, в принципе, Турция немножко там зеленая. Грузия очень зеленая, горы, зелень, по городу везде фрукты, не просто декорация какая-то, ну, красиво. И люди. Отзывчивые. Люди отзывчивые, ну реально позитив. Понятно. Ну, думаю, заключим, Андрей, да, нашу сегодняшнюю, как бы, вот такую маленькую съемку. Я желаю тебе с супругой удачи. Приезжайте и прилетайте еще. Мы здесь вас ждем. Привет всем родным, близким, там у себя на родине.
Надеюсь, еще увидимся, встретимся. Я думаю, да. Рафаэль, и вам спасибо. За помощь по жилью, то, что показали Тбилиси, рассказали, было очень здорово. Все, я думаю, пару слов еще, может, нашим зрителям. Посещайте Грузию, здесь здорово. Общайтесь с Рафаэлем, ему пишите, я думаю, ответит. Конечно, обязательно. Всего доброго, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго. За кадром голос не нужен. Ага. Приветствую всех. Подозреваемый номер 8, дубль 6. Я всех там буду выкладывать, учитывая, как мы готовились. Я смотрю, у меня там диван, они беленькие, не выкладывай на них. Давай отключи новый кран, сними, пожалуйста. Ты, у тебя монтажный стол есть, отмонтируешь, давай. Ты снимаешь, да? Да. Дальше вырежет уже. Научись пользоваться монтажным столом. Не, я пользуюсь. Снимаешь? Да. Он вырежет. Удали этот кадр, а? Я вырежу. Подожди, я кофе. Давай, пей кофе. Ты все снимаешь. Ты потом все, несешь. Давайте, выдохнули. Так серьезно. Зачем так серьезно? Ладно, все серьезно. Ну все.